Реконструкция дорог, строительство школы на Муринских прудах, программа формирования комфортной городской среды. Эти и другие масштабные проекты, заявил в программе «Неделя в Тагиле» Владислав Пинаев, будут продолжены. Проектирование моста через Тагильский пруд уже выходит на финальную стадию. Заканчивается проектирование моста через Тагильский пруд. Как я говорил уже ранее, 20 августа мы получаем конечный вариант. Конечный вариант мы обсуждаем в правительстве. Вот еще раз сверяем полностью все пункты, после чего проект передается в экспертизу, проходит ценовую экспертизу. Через 2 месяца мы получаем готовый проект на выходе. Вот, и, в принципе, будем готовы при условии финансирования отыграть конкурс и начать строительство мостового перехода через Тагильский пруд с клеверной развязкой выхода на Свердловское шоссе с перспективой развития восточного объезда, вот, с переносом сетей по Октябрьскому проспекту с другой стороны, со стороны Кальянки. Вот, поэтому все двигается в этом направлении так, куда наметили. Общая стоимость грандиозного проекта составляет как минимум 3,6 миллиарда рублей. Мост возведут на деньги из областной и городской казны, а также из внебюджетных средств.